Магари, доброе утро. Чай вода. Доброе утро, страна. Привет. Чайки на пляж? Может, мы сегодня сходим в зоопарк? В контактный. Посмотрим, тут не тоже знаю. Есть. Ну а что еще? Мы уже тут то попробовали, от воды надо чуть-чуть отдохнуть. Да сейчас. А то мы... Ты отдохнешь, а я поеду. Вчера в этом, на острове, позавчера в аквапарке. Ну а сегодня еще что-то придумаем. С парашютом? Ладно, сейчас всем чай и на пляж. Все, мы уже на парковке. Вылазь. Тут воду? Воду. Ага. Я багажник не открыл. Подержи. Говорю, не открыл. А что, надо было открывать? Давай сумку мне. Так, сейчас. Сегодня, кстати, на парковке место вообще, смотрите, все забито полностью. Мне эта аудишка нравится. А. Я с тобой желаю чай, обычная вода. Хорошо, отлично. А кола, ну, хай валяется пока. Классно. Вот так. Ты готов к плаванию? Да. Мы сегодня матрас даже взяли. А, да, вот. Да. Все путем. Идем надувать матрас, если там, конечно, волн сильных нету. Да, народу сегодня что-то вообще прям... С ума сойти. Так, мы разложились. Сейчас будем, наверное, матрасик качать. Или пойдем сначала скупаемся. Скупаемся сначала, да? А то новые матрасы ни разу не пользованы. Капец. Короче, только что скупались. Теперь Тёма требует надуть матрас. А будем я буду лежать на нем. Это я буду качать. Ты будешь качать матрас? Да. Захотели его взять с палатками, но там взяли, но там не было возможности. На зеленой воде не захотели. Прозрачный новенький, чистенький портить. Матрасик. Да. Но лучше, чем... Ртом, да. Естественно, надо было брать туда всовывать надо. Большой наш надо было брать насос. Накачали мы матрас. Вот этим. Да. Вот. Без вот этого вот всего. Не, ну нормально, потому что ну, с трубочкой удобнее было бы. Тема уже уволился. Ага, я песка нанес. Какой? Вот он. Блин, классный. Ага, офигеть. Круг красивый. Что и нам надо? Надо узнать, как он стоит для начала, да, Зай? О, под белый купальник, смотри. Смотри. Леточки, да? Ну, мы можем купить. Будешь ходить и всех наказывать. Надо на катамаране покататься. Не хочешь? Да можно, где хочешь. Не знаю, надо это взять и узнать. Я не мальчик, я мужчина. Будущий олигарх. 100% мужик. Алло, можете нам посмотреть еще мужик? Да, 100% мужик, да. Даже не знаю. Не, ну это, наверное, самые прикольные такие, да? Да. Может, такую и возьмем? Наверное, в этом цвете, вот тебе нравится. Да, в этом цвете, наверное, бери и все, да? А Тёмик, он уже тут присмотрел эти. Майнкрафта, да. Все, мы футболку купили. Вот идут мои два любимых мужчинки. Видно, что папа с сыном. Одинаковые плавки. Так прикольно. Мои умнички. Держи крепко, Тёмочка. Нашли мы, короче, воздушного змея, птичку. Вот этот вот круг надувной, цветной. 400 гривен стоит. Я говорил, гривен 200 будет стоить, а он на самом деле, капец, сколько стоит. Купили такое мороженое. Кстати, три шарика 40 рублей. Офигенно, да? Обычно везде один шарик 30, а тут за 3. Короче, кто ищет, тот найдет. Вкусненько? Да. Ты ну да, и птичка у тебя, да? Я хочу катамаран. Где катамаран найти? Пойдем сейчас найдем, да? Что, ням-ням? Ты разговаривай. Ладно, давай я буду есть, а то сейчас договорюсь в натуре. Тема, кушай. Змей сейчас будем запускать воздушного. Все, у Тёмика счастье. Классно? Да. Что-то я чебурика не вижу.
Нема, да? Прикинь, сегодня. И одни расстройства. А, есть! А я не увидел вам они. Можно нам два чебурека? Сыр мясо? Сыр мясо, да? Отлично. А это Тёмику? Да, так. Он нас обожает. Картошку фри. Чабу. Рейки купили. Картошку фри Тёмику купили. Пить у нас там есть что, да? Да, пить у нас есть. Чебурек есть. Картошка есть. Все есть? Да. Так, окей. Пошли покушаем. А то сейчас уже часа 4, наверное, а мы ничего не ели. Ну, я не знаю, сколько часов. Много. О, Рамштайн. Вот это круто. Блин, а мне нравится этот Рамштайн, который на детской площадке играет. На детской площадке. Рамштайн. Интересно, что они там собирают? Ау! Ты чего? Что они собирают, не знаю. Там можно или собирают. Собирай. Да, что-то собирают. Пацан плавает, именно что-то там высматривает. Так, а второй у нас с ведерком был. Да они в детство упали, что-то играются, что ты передумаешь. Что там? Собирала какие-то то ли моллюсков, то ли шо, какие-то небольшие такие ракушки. Да. Ну то я ли говорю. Мидии, то ли да, я говорю, что он такое собирал, просто это понятно. Ты слышишь, он рассказывает, на какой-то там вот где мы вчера были, вот эта штукенция. Какая-то трехэтажная вообще, меня, может, это он на Утуме 6 метров высотой, что-то там, короче. Может, поедем туда еще? Не хочешь? А пошли спросим. Мы сейчас на катамаранчик пойдем покатаемся. Да. Типа плаваем, типа ходим, типа да, катаемся. Туда. А дальше, дальше. А, да. Пока тут типа скидки делают, надо идти купаться. Не, вообще уже скидок нет. А Таня выклинчила. А мне сказали, что сделают скидку. Да. Все, мы, короче, вырулили на катамаране. Я в шоке. Вы это видите? Я просто не могу понять, не видел в жизни столько много медуз. Короче, все в медузы. Полетит. И вон медузы, вон здоровые какие, глянь. А вот это круто. Смотри, вон сколько их, зайка. И, короче, все море, смотри, все море в медузах полностью. Ага. Зайка, давай правей, короче, и порулили. А куда порулили? Ну туда. Ну туда. Куда? Туда. А зачем туда? А куда? Там боком, не надо. Ну просто не хочу к людям, и все. Ну, да, боком полностью не надо становиться, да. Так на сам рули, я боюсь рулить. Чего? Потому что. Так классно, смотри. Вот, круто. Тёма, классно? Телефон мне страшно держать. А что тебе страшно телефон держать? Господи, расслабься ты. Я ты не ж... могу. Классно. Шикарно. Так, полотенце мокрое, нафиг мы его брали? Не знаю. Да, мы только что на волну попали, блин, как раз выезжали. Водичку вымокать. Да, да выкрути его полностью. Аквабокс, давай сюда. Ой, какие красавцы, блин, смотри, а и фиолетовая, и коричневая, и какая хочешь. Держись. Блин, сейчас, зай, смотри. Держись. Так оно и будет шатать, мы на волнах. Офигенно, да? Вторая ручка, давай. Сейчас. Волна! И еще одна. Бубух! Шикарно, да? Ага. Вообще. Смотри, куда вот там люди заплыли. Вроде катамаран, но он прикольный. Видите, он с навесиком. Где? Вон он. Сейчас выруливаем, выруливаем, выруливаем. Все. По волне сейчас будем. О! Опять же тает, Тёма говорит. Нам вот так вот надо, типа. Ну да, да, надо руль держать просто руками. Держись, молодец. Тёма, смотри, держит меня за палец, а с другой стороны тоже держится сам. Круто. А сколько времени ты засек? Ну он сказал, половину. А, половина пятого было? Да, полпятого было. Вообще классно. Может, поехали назад уже? А вид какой. Зай, 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 вон, смотри, какая. Вообще! Смотрите, какая медуза.
Вот это красота вообще. Так. Надо аквабокс. Надо остановиться, да, и аквабокс назад едем. Да. А вот капец, сколько их. Сколько очень здесь много. Медуз. Это жесть. Это не то, что это вот просто нереально. О, вот, смотрите. А там мужчина еще с катамарана прыгал этот самый, купался. Я в шоке. Вот как тут можно купаться? Подальше сюда. А где наши буйки? Ой, нам сюда, вот туда надо. Как-то нам сейчас надо пробираться, зайка. Главное, не по людям. Поворачивай. Все? Да, пошли. Ага, а жилет? Молодец. Все, спасибо большое. Идем. Классно? У меня ноги подкашиваются. Да. Ножки мы подкачали, это стопудово круто. Согласна? Все, теперь надо пойти скупаться, а то накатались. Кто-то нам сегодня там в Инстаграме написал, говорит, вы за две недели, то есть за неделю в Бердянске съели кукурузу столько, сколько он за всю жизнь не ел. В Бердянске? Да.
Ну и мы тут продолжаем нашу традицию, да? Смотрите, какая кукуруза. Вообще. Прямо здоровеннейшая. Мы здесь постоянно берем тоже две сейчас и две домой. Да? Горячая, здоровая, вкуснейшая. Где они ее выращивают? Я вообще в шоке. Она такая сладкая, она такая вкусная, капец. Угу. Тема себе кореша нашел, играется. Горячая, да? Ну так ее только с воды выняли. Ее только-только сварили. Только сварили, только с воды выняли вообще. Угу. Ням-ням. Ну и, короче, кушаем и будем идти, наверное, домой, да? Да. Наверное. Сейчас посмотрим, может, куда-то нас еще занесут. Денег надо поехать снять. Что, Тёмочка? Кораблик? Хорошо. Хорошо. Кораблик. Так, мы уже пришли к машине с пляжа. Народу сколько оттуда идет. Есть, конечно, люди и туда идут. О, еще и машина приехала. Но мы уже оттуда уходим. Сейчас опять-таки банкомат, снять денег. Немножечко не хватает ни с Тёминными аттракционами, ни с нашими. Короче, еще раз магазин. Кушать что-то домой надо будет взять. И домой готовить, кушать. Дальше встретимся. Купили, что надо. И в то же время мы узнали, что здесь все-таки где-то есть мойка самообслуживания. Сейчас поедем, разузнаем, где, что, как, зачем и почему. Но надо, походу, одна одеть. Ну, не именно самообслуживание, а вообще мойка. Походу, да. Так, это нам здесь вообще надо было налево, да? Да. А нам поехать надо прямо. Да, вот туда она сказала. Там где-то шиномонтажка, нам девочка сказала, есть. Метров 400, по-моему, проехать. Да. И там же мойка. Сейчас посмотрим. Вот, мы нашли. Да он такой старый. Ты видишь, она одна. Один бокс. И походу только недавно поставили. Походу только в этом году. Ну ладно. Там написано вход воск, а здесь написано пена. В смысле, люди, вход? Вода и воск. Ну, какой вход? Так, мне я бы сказала. Ладно. Идем. Опасно. Рабочее давление 130 бар. Понятно. Ясно? Еще. Сейчас посмотрим. Вход. Что за вход? Надо брать вход сначала, да? Или сначала брать пену? Что там пишут? Так, не знаю. Пауза, вода, пена, воск, пылесос, воздух. Цены. Нам нужна только пауза, вода, пена, воск. А цена? Там написано от 20 гривен. А ну, зай. Приподними вот эту штуку, я хоть почитаю, что там написано. Внесите деньги, выберите режим вода, возьмите пистолет вода, та-та-та. Пена. Ну так себе, конечно, пена. Не ахти, вообще не ахти. Пауза. Осталось 8.50. На 8.50 ты никак не смоешь. Минута с чем-то пауза. Ну, давай. Вода. Все, хватит. О, то струйка и смывай. Что, не хватит? А? Она сейчас закончится, давай. Так, наверное, я вставляю двадцатку. Да, потом, если что, мужик. Нет, я сейчас двадцатку вставляю, потому что тебе не хватит десятки, это точно, я уже поняла. Ну, а во-вторых, ты еще и воском будешь? Ну, давай. И вот этой. Ух, обжора. Да, сми вот этот. Так, 15, 20. Все, есть. Вода. Погнали. Здесь еще так что-то сделали, я не понимаю почему. Когда нажали воск, горела воск и вода одновременно. Да, сразу воск с водой, чтобы типа сразу смыть там что-то, это не знаю. Много всего. Это не моя? Моя тут. Вот это вот моя. Нужно было бы отъезжать, конечно, но зачем? Ну, нема никого. Три снегуронька, три. Остатки. А куда я их сейчас положу? Ну да. Ну да, видно, что она этот с воском была там. Все, помыли, вытерли, начистили. Да хватит, пойди. Приехали. На. Да, я выйду. Мне тоже надо выйти. А ну открыть. Не надо. Ну, ну вот надо, Тёма, все понятно. Странно поставил чувак машину. Сейчас Таня пойдет, скажет ему, чтобы отъехал. Все обычно впритык ставят, взял, так поставил. Так, машину поставили.
переехали. Вот так вот. Дима, будь здоров. Будь здоров. Ты чихала, да? Давай я сумку заберу. Мелкая, забирай. Ключик, на. Эх, тут-то сумку наложили. Голодающий. Морковку жареную будем кушать, да? Не только. Не только, да? Все овощи жареные. Пойдет? Конечно. И отдельно луковый рис пожарный. Ты шашлык взяла, где я делю его? Уже он. О, да? Варится? Да. Кукурузка есть. Куда ты потом покушаешь, потом будешь? Положи. С пакетом сразу. Да я так и понял, что ты можешь с пакетом съесть все. Что, пойдем купаться или что? Сейчас. Да. Мы, короче, еще купаться пойдем сейчас. Смотрите, Тёмика новая футболка. Что там написано? 100% мужик. 100% мужик. Крутой. Это та, которую мы сегодня покупали, футболка ему понравилась, он доволен. Да, Тём? Да. Да, ты теперь 100% мужик? Да. Все, кушать готово. Ты мне ушные палочки достал? Зачем? Здрасте, зачем? Я плохо слышу. Короче, ребята, мы покушали. Че, короче? Где-то там слышно, вот если слышно вам музыку, сейчас. Не будет слышно. Не будет? Тёмика, Нубика слышно музыку? Нам слышно сюда прекрасно музыку, не знаю, как вам будет. Эта музыка доносится с пляжа, где мы были. Папа это, залип в этом, в работе, в телефоне. Давай дыньку хочу. Да, мы покушали, сейчас разрежем дыньку, покушаем, чай попьем и спать. Поэтому, я думаю, уже камеру в руки не будем брать. Всем спасибо, ставьте лайки. Сегодняшний день был реально замечательный. Завтра увидимся. Да. Всем до завтра. When I